В Алекминском районе отметили День Аланхо. Событие посетила Елена Фаст. Столь ярко и представительно отмечать День Аланхо на уровне района начали в прошлом году. В свете же перспективы 2020 года праздник приобретает еще большее значение. Так кохаринцы, даванцы, Мозаречно и, конечно же, близлежащие села превратили праздник в настоящую экскурсию в мир Аланхо. Яркие костюмы, театрализация и исполнение на высоте. Практически все, что было представлено в этот день, мир народа Саха, традиции, уклад, передаются от далеких предков. Богатый на блюдо стол отнюдь не дань праздника. Плотная и жирная еда необходима, чтобы пережить суровые зимы, а ягоды – источник витаминов. Часто это осенью, всегда самые первые блюда бывают это хан, это из конины, из скота, потому что это готовят после забоя, а теперь самые вкусные блюда – это хан. Сама идея. И еще вот саламан. Это каша самая традиционная. Это когда рождаешься ребенок, когда праздник дома, на новый дом или когда на праздниках, всегда готовят саламан. Особенно радовало участие молодых представителей сел. Именно так цепочкой традиции уходят дальше и приобретают больший смысл. Для молодежи это важно, чтобы знать традиции своего народа, Аланхо, изучать Аланхо, воспитываться на Аланхо, так как она взаимодействует с нынешним мировоззрением и также жизнью среди нашего поколения. Елена Фаст, НВК Саха, Алекминск.